Поехала моя машина. Топаем на стояночку. Легковую забрали, отжали. Далее, знаете, сегодня не нужна. Топаем на стояночку. Сейчас позанимаемся машиной. Надо прошприцеваться, порядок навести, все разобрать. И что-то еще я хотел сделать. Что сделать, не помню, хотел. Вот. И все, и собираемся в рейс. Машина вчера забрал с загрузки. Мана вчера тоже забрал ТГАшку. Он как бы один сейчас ман. Вроде как водитель будет. Вроде как водитель нашелся. Сегодня, по идее, должен приехать тоже, чтобы я ему машину передал. Сел он на нее и поехал, грубо говоря, зарабатывать. Посмотрим. Дядька вроде взрослый, тут-тут-ту. Я надеюсь, что все будет нормально у него. Что он будет работать вроде адекватный, нормальный такой парень. Не парень, дядька уже взрослый. Скажем так, мне в отцы годится. Будем надеяться. Будем надеяться на него. А вот. Так что как-то так у нас все. Сейчас топаем, топаем. Вчера забирал машину уже, блин, время 3 ночи было. Уже куда деваться. Уже прям очень поздно было. Домой, вернее, в 3 ночи приехал пока. Вольво забрал, пока его съездил, забрал. Пока приехали, машину перегнали, пока. Обратно отвез, короче, с Ариной Владимировной. 3 часа ночи только приехали. Ну ничего, это нормально. Все, сейчас топаем, занимаемся. Надо еще в мане, кстати, да, порядок навести. Порядок, порядок, порядок. И все. И к вечеру сегодня надо выезжать в рейс. Нас уже завтра ждут в Красноярске. Поедем, у нас будет опять длинный маршрут на Владивосток, на Артем. Ехать нам, ехать нам. Да до хрена нам ехать. Я даже не знаю сколько. Получается, у нас будет Красноярск, потом Канск, потом Тулун, Иркутск, Улан-Удэ. Там дальше даже не смотрел. Дальше маршрут. Ну вот. Как-то так вот. Это я крупный ее называл. Еще будет Уяр, Нижнеудинск. Будем там выгружаться. Ну и да, как обычно, по своей запарке, запамятке. Скорее всего, про сахачу не сниму, как что я делаю. Потому что, когда делаешь что-то, машиной занимаешься, там не до того, надо сделать быстро. Как говорится, сделал дело и гуляй смело. Вот. Так что будем делать, посмотрим. Получится, если руки не запачкаю, поснимаю. Запачкаю, не поснимаю. Посмотрим. Так. Все. Умазано, умазано. Единственное, вот эти две серьги нижние обе не прошприцевались. Остальное все, все в сале. Все это. Сейчас надо что, залезть, подвести до лодочки. И по идее все, можно заниматься маном. Луганска, в Красноярске выгрузились, встретились, даже успели с Саньком, поговорили, посидели, чайку погоняли. И вот хреначим, где-то сейчас скоро уже будет Бородино, рыбное кольцо я прошел, где-то качусь. Вот,
перегружаемся и педалируем дальше. У нас потом еще завтра по плану Нижнеудинск и надо Тулун скинуть. Пролетел я уже Петра, летим дальше. Нам все так же требуется водитель на МАНа. Нужен, ребят, адекватный, нормальный, понимающий водитель. Я буду платить нормальные деньги, но нужен для этого, чтобы водитель был адекватный. Адекватно воспринимал, оценивал свои возможности. Хотя с этим тяжело, сейчас я знаю, все напишут в комментариях, с водителями тяжело. Адекватных нет нормальных. Возможно, есть. Я надеюсь, что все-таки есть люди нормальные, адекватные. Я в них верю. Вот. Которые машину не дрочат, солярку не тырят. Я в таких людей верю, что они есть. В Тулуне перегрузился уже. Сижу ужинаю. Скромный мой ужин вечерний. Сейчас поужину и поеду дальше, там посмотрим, до куда дойду. До зимы-то точно. День следующий. Стоим мы под Иркутском. Ужином перегрузился. Завтра на станцию ехать. Машину делать. Сегодня будем стоять, отдыхать, отсыпаться. Петровский выгрузился. Сегодня с утра, вчера приехал на заправку на ННК в Харшибире, а там топлива нет. Вчера вообще, по-моему, по всей сети ННК не было топлива, дизеля, блин. Пришлось на Роснефти заправляться. Бред, конечно. Что, заправился? Подождал до 7 часов, приехал что-то часа в 4, наверное, простоял до 7, заправился. Вот такие дела. Из-за этого сейчас все пойдет не по плану. Сегодня что я? До Читы дойду, в Чите сегодня никто не будет меня выгружать, там Русик, у него свои дела. У парня, у которого перегружаемся, у него свои там планы. Сегодня же 8 марта, всех дам. С праздником всего-всего-всего, любви, здоровья, счастья, денег. Вот такие дела. Поэтому придется стоять до завтра. До завтра простоим опять. Сегодня что мы херню пройдем и поедем завтра дальше. Омлет будет на завтрак у нас сегодня. Ну все, завтрак готов. Сейчас зубы почистим, рожу умоем и завтракаем, и дальше в путь дорогу. Забайкалье горит уже, все. Начали палу пускать. Доезжаем к Чите, километров, наверное, 50-60 осталось до места, до трактора. На тракторе будем стоять, ждать завтра. Завтра надо перегрузиться. И дальше в путь дорожку шуровать.
Погодка у нас вообще просто красота. 0 градусов на улице. Шепчет. Просто огонь. Все, подгрузились и вышли с Читы. Сейчас что у нас, заезд в Нерчинск, в Чернышевске на кафешке перегружаться будем. И все, и дальше в путь дорожку. Завтра Ерофей, сковородку скидываем. И дальше, дальше, дальше. Кафе «Маяк», легендарная жареная картошечка. Собираемся выезжать. Время уже 8-9 местного. Пока наводим порядок. Наводим порядок. Протираемся. Панельку натираем, чтобы блестело. И была красота. И в путь дорогу выдвигаемся будем. Повернул я на Зею. Что-то колесо какого-то черта пустое. Сейчас подкачаем и поедем дальше. Ну еще и солярочку перекачали. Закрыл. Ласточка. Валюшенька. Вольвочка. Просел. Да, вот эти боковые вместе с этим только горят. Надо будет потом переделывать. Отдельно их делать. И раньше здесь были за спойлером фонарики, шарики. Сейчас их уже нету. Тоже потом как-нибудь, когда-нибудь надо будет сделать летом. Ладно, качаем и едем. Жарим картошечку на бекончике. Можно было бы добавить колбаски, но все-таки не хочу. И так неплохо будет. Все-таки не выдержал, добавил я колбаски. Без мяса как-то не очень. Лучок, картошечка. Все. Сейчас будем кушать скоро. Ну все. Кайф. Теперь можно и покушать, и отдохнуть. Сейчас поем и все, и спать, отдыхать. До утра. Доброе утро. Завтракаем сейчас. Греем чайник. Должен приехать парень, забрать нас с этого. С заправки. Здесь стою на заправке, тут на въезде. И все, и стартуем выгружаться, ехать. Он говорит, я, говорит, провожу, покажу, куда ехать выгружаться. Все. Пара бутеров, чаек. Приятного аппетита. С новым днем. За сегодня мы сдали Зею. Свободный, Белогорск. Ивановка, колхоз. И еще и Благовещенск успел сдать. Сходил в магазин потом, затарился после Благовещенска. Все, вот уже в Новобурейске пролетел. Время новосибирского 10:30. Местного плюс 2 часа. Летим, летим. Оп. Выключим туманочки пока верхние. И дальний переключаемся. И летим потихонечку, летим. Кто-то сзади нас там догоняет. Да. Стою сейчас на заправке, значит. Заправляюсь, что-то продавщица мне это. Кассирша говорит, а какой проезжает машина Америка. Слышу, грохот стоит такой. Дар-д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 ар. Понять ничего не могу. Думаю, нифига, он громко, у него мотор тарахтит. А сейчас пост проезжал, его останавливали, видать, он тоже останавливался.
И, короче, у него колеса-то нету. Там просто этот диск железный. И все, и вот он едет этим диском глыц-глыц-глыц, пока это по асфальту глыцает. И все. Как? Че, не мог остановиться, поменять колесо, что ли? Ну, не знаю, как бы делаю его, чуть-чуть. Я что сделаю? Вот. Ну, всякое бывает тоже, кстати. Как вариант, может нету запаски. Кончилось, пострелялись все колеса или еще что-то. А то у него вроде колесо лежало в этом, в кузове. Но я так понял, что оно без запаса, без диска лежало колесо это. Поэтому, может быть, завтра что-то будет думать. Ну а нам что? Нам что? Нам до Архары добраться бы сегодня. 400 верст. Ой, 400 верст. Да, там 440, наверное, останется до Хабаровска. От вот этого, как его называют. Скажи, я скажу. От Новобурейска полтинник до Архары. Полтинник до Архары. Поэтому как бы нам доедем за час. Что время сейчас? 10:30, в 11:30 Новосибирского будем там уже. Будем уже там. Ну и все, катим. Дальний, туманочки. А еще тут сейчас это, прикольно так получается. Туманки вот на капот светят, подсвечивают. Вот так вот берем, ближний выключаем, едем на одних туманках. И вообще такой тут свет ксеноновый. Прикольный. Вы что-то красиво, да? Идти. Оп, ближний. Сразу по-другому. Уже это, уже лучше. Дальний, соответственно. А вот опять, оп, выключаем. И опять едем. Сюда бы в эти туманки сделать эти, как их называют, линзочки. Это было бы кайфово, мне кажется, с линзами. Вон идет Союз. Пишут 17 рублей километр. И вот интересно, на каких условиях эти 17 рублей километр они платят. Я даже себе не представляю. Мне вот это прям интересно.